А ты знаешь, в честь кого Рублевское шоссе было названо? В честь рубля? Ну, конечно, будущее за виртуальной реальностью. А что будет с теми, кто остался в офлайн? Их будут просто убивать. Если игра не выстреливает, все, господа, ищите работу в фастфуде, я не знаю где. Сейчас все в ваших руках. Один неверный шаг, и вы все потеряете. Нет, не грех! Ну, что ты добиваешься? Говори со мной! Кончаюсь. Не могу понять. Где вы находитесь? Это улица возле моего офиса. Видно ли небо? Да. Сейчас я попрошу вас найти на этом небе облако. Вы становитесь одним целым с этим туманом времени. Туман переносит вас в другое тело. Это же ты, твое лицо. Которое у вас когда-то было. В важной прошлой жизни. А есть ли кто-то, кто понимает и будет помогать вам?